Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока следующая. Одутловатость лица. То есть лицо полностью опухшее. Мешки под глазами, мешки, огромный мешок, откуда ни возьмись, появился в области подбородка. Огромное свисание щек, огромное, скажем так, непонятное свисание всех частей лица. И лицо, ну, лучше всего на этот, скажем так, вопрос, что такое одутловатость лица. Посмотрите видео, то есть не видео, а посмотрите фото в интернете, наберите в поисковой системе с таким ключевым словом, как одутловатость лица, и вы увидите, что означает это состояние лица. И вот когда у человека очень часто проявляется такое состояние лица, здесь я подчеркну, не касается тех людей, которые любят чрезмерно выпить и постоянно там лежат, спят после выпивки по 20 часов. Конечно, они проснутся, у них не только мешки под глазами, у них мешок вообще на голове. Это вас не касается видео, а касается видео тех людей, которые частенько просыпаются, и у них лицо, ну, отекшее, полностью отекшее. То, пожалуйста, точка ВБ-38 вам в помощь. Массажируйте ее частенько. Оказывайте на нее внимание. То есть большими профилактическими массажным вниманием оказывайте на эту точку что? Почитание и что? Массажные движения. Не бойтесь массажировать ее. Помните, что при любых одутловатостях лица это уязвим меридиан желчного пузыря. Уже неоднократно я показывал в своих видео и покажу еще раз, не поленюсь, что меридиан проходит практически по лицу, как внутренний, так и наружный меридиан. Если его состояние, этого меридиана, не в норме, то этот меридиан может на лицо принести все различные проявления первых признаков заболевания. Если вы ничего не будете делать, ну, вследствие чего ваше лицо примет другой, скажем так, вид. Вы можете быстро постареть, можете быстро видоизмениться. Ваше лицо сразу изменится, скажем так, ну, не негативное проявление, ну, скажем так, сразу покажет на вас, что желчный пузырь на лице не работает. А этим многим женщинам, косметологам, тех, кто занимается косметологией и наведением порядка на лице, на лицевой маске, пожалуйста, помните, что желчный пузырь является одним из основных меридианов, который наводит порядок на лице, убирая морщины и разглаживая лицо, и полностью приводит его в порядок. Итак, если есть у человека очень часто одутловатость лица, точка ВБ-38 вам в помощь. Вперед, массажировать ее, не бояться работать с ней, но и не перегибать палку, составить график и работать с этой точкой с переменами. Спасибо за внимание.